Они все его У нас нет. уже вторая битва, где против нас наш саппортиец, Банков, который с нами сидит в скайпе. Так Банков, что он либо будет знать ты с нами, все либо ты против нас. Да, Банков, тебе придется умереть. Банков, слезь, я тебе говорю. Просто. И я опять буду держаться до последнего. Халк будет уговаривать. Молись, у нас есть Александр... Это дипломатия. Есть Александр Македонский. Мастер переговоров. Это дипломатия. Ну что, что будем делать? Повторим маневр, если с той же стороны окажемся. А, давайте. Вы на гору хотите залезть? А нет, мы с другой стороны. Мы с другой стороны будем, я думаю. Да, ну мы-то друг друга понимаем, да? Да. Угу. Я вам покажу, потом нарисую, как мы будем. А пусть Бангкок... Да хотя, что он сможет изменить? Бангкок, а у тебя что? Лучники? Не. Ну если лучники, тогда он сдохнет. Я люблю комбинировать. Так что... Это опасней. Ну, если у него не все лучники, то он тоже сдохнет. В любом случае он сдохнет, в общем. Ну, нам пока везло, это у нас третья победа подряд. Заметьте, вот я пришел, и мы начали побеждать. Это все благодаря мне. Все, это победа, Виктория. Счастливый Тарас. Возьми себе в карман счастливого Тараса. Я бот вообще-то. Мне нельзя взять в карман, я больше только спроектирую. Ну, так надо сделать такую игрушку. Итак, раз, возьми себе в карман и побеждай. Лодинг 100%, какие-то ублюдки не хотят загружаться. Надеюсь, никто из них не знает. Сейчас кто-нибудь медленно, тихо плачет в сторонке. Не грузится. Я уверен, Рима сейчас записывает серию просто боев. Думал, он сейчас стримит. А ты думаешь, он для себя так не играет? Кстати, это... Виктор, ты не пробовал на ГГ стримить? А что это такое ГГ? Это стрёмная такая штука, где стрим проводится. Не, во-первых, я вообще не стрём. Нигде, кроме Ютуба, стримить не пробовал. Вот отлично. А попробуй на Твич, самонадёжная. Мне так хочется, чтобы Ютуб вот этот вот свой сервис наладил в этом году. Эпичных стримов. Хотя не, вот и на Твиче тоже надо на Твиче попробовать. Хорошо, на Good Game там не жалует зато. Имеется, что если в копирайте музыки и так далее. Так, список армия. Вот теперь нас кинуло на противоположную. Куда пойдем? Нет, на ту же самую. А, на ту же самую? Я четверочку беру. Я девятку. Бои тут быстро идут, 15 минут. А, я знаю, где вы. Спасибо за информацию цифры. Так, 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 Витя, ты где у нас? А, 4. 4. Ой, мы не сможем нормально взаимодействовать. На восьмерочку? Хорошо. А это самое близкое. Или я могу к Спартакуку пойти? Нет, я не буду. 53 FPS, 43, 42, на высокий FPS. Не понял, что у нас... Кто готов в плей, нажимайте. Есть возможность передумать, ну ладно. Попробуем ту же самую дорогу. Я бы с радостью к вам пошел, но... Они идут сверху, слышишь? Если так... For Greece! Они идут слева. Ну вы меня поняли, ребят, да? Мы зашифровались по-своему. Они пусть думают, как хотят. Мы идем сверху, да. Жень. Да. А, все, догадываюсь, скорее всего. Ух ты, короче, Женя, иди нам навстречу, сливаешься, короче, как обычно, и все. И мы выигрываем. Да. Пацаны, да, друзья, мы откупили Женю. Стоп, Женя. Ему большой куш. И он сейчас будет... Мне теперь неудобно. Я против... Я не с вами же играю. С вами играть что мне нужно нажать, чтобы включить нормальный экран? Да, я и думаю. Я включил какую-то тактическую карту. На тап нажми. На тап? Спасибо большое. Не хотел умирать так. И там что, по клавишам бай-бай? Вот ты заражаешь зевоты, а? Угу. Я знаю, это дело такое, что если один зевнул, то все остальные. Ну, можно держаться, конечно. Опять всех насливаем, пацаны, вперед-вперед. У нас есть все шансы на победу. Ой, у нас сразу один ливнул, круто, правда?
Шикарно, все шансы на победу увеличились. Шансы на победу уменьшились. Тут три лучника, и они... Опера, чуть-чуть пройди передовым отрядом. Посвети. А сейчас там идут они. Я просто отведу всех этих лучников под башню. Elected general. At the devil! Ой, я командир, я сейчас так ребятам своим приказал, ну, в команде. Они шли, раз, развернулись, остановились как, туда, куда я хотел. Опера, здравствуй. Опа. Привет. Ой, хорошо, блин, плохо, что без вас идет. В лес копейщиков, там могут быть ребята. Я уже, да, есть. Уже есть. Видишь, лучники? Defender of Greece. Now! Rome is mother to us all! Ой, я рогачей выкашиваю. Ой, я растил охуя, пацаны! О! Что на вас жестко с тыла ходит? Меня там сейчас прочажут. Что там нужно делать? Missile infantry at your command. Спасибо, что закрываешь тыловую дырку. Ну, у меня уже нет одного отряда. I am the servant of Greece. At speed! Ну, жаб, ладно, дуэль лучников ты выиграл. Угу. Все, они бегут на нас. For Greece! Нам главное держать. Пока что мы превосходим врага по силам. Defender of Greece. Дураки. For Greece! For honor and great glory! Да куда вы стреляете? Да, тут вы. Elected general. Ай-яй-яй-яй. Ну я сказал своим остановиться, они дело сделали, молодцы. Правда, нас сзади сейчас это разобьют. Ну и молодцы, отвлекли нас. Признаю это и аплодирую. Это скорее всего поражение. Нам надо отступать. А я добиваю до вас. Будем отступать. Понемножечку добиваю. За Спарту, за Грецию. Спарта сосет. Ну да, ну да. Артахаус, сейчас я тебя добью. Кто ты такой? Я самоубью себя под другого человека. Ну давай. Главное, что ты самоубьешься. Вообще-то у меня сейчас остались отряды, но все равно Спарта сосет. Жабка. Ты хочешь наверх пойти? Давай. Жаб. Все равно ты нас не видишь. Пока мы близко не подойдем. Да-да. Но мне тут хватает обстрела. Ну, жабка, если ты потеряешь все отряды, у нас есть один ливнувший. Да. At speed! Хотите догнать? Follow me! Хочу. И не один я это хочу сделать. Хорошо. Ничего, членососущие Спарты сдохнут. Видите, мы победим эту кафе. Так, ну ты ж только противника оскорблять дядей на поле боя. Нет, 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 нет. Правил не было написано. Правил вообще не было, поэтому... Все, вот. Я высказал свое демократическое мнение. I am the servant of Greece.
Ну супер, стелс-отряд пытается куда-то... Ах ты жаб! Ну ты хитрый! Friendly Fire против меня же применил. Жаб? Хех. Да. Так, отлично, отлично. Ты захотел умереть? Достойно? Работаем, работаем. Обороняясь на этом маленьком кусочке земли? Да. Даже тебе не убежать уже. Витя, ты взят в окружение, ты умрешь. Но зато мои супер хитрые стелс-отряды сейчас пройдут к ним на базу. Ого, ты убежал. Пошли, молодец. пошли, ребята. Витя, тебя там снизу обходит 6 отрядов. Да подожди, его обходят, они тут с вашими драться собираются. Да, там боты и 3 полуразбитых отряда. И то боты лучники. Ты уже ничего не сможет делать. Бенни в виде Вичи, да, нас захватывают во все. Мы сейчас проиграем вам, кстати. Лично я знаю. Все благодаря моему стелс отряду. Который так и смог убежать, если он еще не сдох. А нет, он еще не сдох. By your command. Orders understood. Now. Жаб. Хитрый, быстрый жаб. Хитрый, мертвый жаб. Сейчас не преимуществ, ничего нет. Хитрый, мертвый жаб. А я сейчас просто. Ай-яй-яй-яй. Давай беги отсюда. Elected general. Ты серьезно думаешь убежать? Стараюсь. Ой, у меня сейчас как это FPS лучше стал. Я же не отключил один процесс, который у меня уменьшает FPS. Да, давайте забить их всех. Отлично, отлично. Все, мы скоро их базу захватим. Да, они тут уже на нашей базе. Да, мы уже на вашей и очень даже неплохо. А. Ой, мое командование в самом начале мне понравилось. И это хотя бы аудитория здесь адекватная, то есть они реально подумали, то, что лучше туда вперед не соваться. Это конец, но зато какая игра была. О. Да, игра была просто офигительной. У нас ты бы видел, что творилось наверху. Мясо? Ну, да. Ну, мы хотя бы на вашу базу пробились. Мы тоже. Все, я зажал в конце. Эх. Лангсета? Лангсета, да, простите. Блин, не пробраться к вам туда. Ладно, на базу, Витя, сбежи хоть с чем-то. Эх, все, мы проиграли. Ого, он захват сбивает нам. О, сбивай захват. Давай, Вить, если ты сможешь сбить захват хотя бы на чуть-чуть, то, скорее всего, он уже сбил хотя бы на чуть-чуть, но все, у него нет шансов. Да уж. Если бы ты побежал прямо на середину, мы бы победили. Да. Жаль. Увы. Ну, поздравляю, красавцы. Вы дрались как львы. Поздравляю вас. Вы дрались как львы. Мой самый стелс-отряд побежал в тыл. Так, что нам опыта дали чуть-чуть? Эх, жалко, как за командование. Два раза в одну и ту же реку не зайти. Одна и та же тактика подвела.